Тверской Московской епархии. Позвольте вас сердечно приветствовать в этом замечательном храме памятнике отечественной истории, знаете, более взрослую жизнь. И на вас налагается больше ответственность, потому что вы окончили православные духовные стыки в этом величественном храме нашего града. Я попросил вас, чтобы вы за этим кратким молитвенным пением воздали благодарность не только Богу за то, что Он дал возможность каждому из вас и Богу, их родителей и близких, поздравляя с этим замечательным событием в их жизни, когда они впервые описали свидетельство о том, что они на общественном, да хранит вас Господь, на всех путях жизни вашей, во все дни вашего земного подвига. А сейчас поклонимся целине нашему зрению праведны. Десница Господня сотвори силу, десница Господня возьми семя, десница Господня сотвори силу.
Преподобного Нестора и летописца, святых градоапостола Кирилла Мефодия и всех святых, помилуйте, спасет нас, яко благ и человека любит. Вседозволенности, различных страстей, увлечений. Все начинается незаметно, а потом перерастает в зависимость, от которой очень тяжело не забывать и то, что помимо всего этого есть и целостность человека, который связан с этим. Сфотографироваться и сказать, вот два уроженца одного поселка Пыковского и наша великая. Храни вас Господь во все дни жизни вашей. Наши бабушки и дедушки, коллеги, сегодня в Москве большой день. Около 60 тысяч девушек и юношей уходят, уходят в большую жизнь. Это вам самой жизнью. И сегодня
когда все больше мы, взрослые, понимаем, что присутствует недостаток гуманитарного знания, мы можем говорить, что 200 выпускников православных школ и гимназий – это серьезный вклад в общемосковский мир, в общемосковское понимание гуманных и гуманитарных ценностей. Где рождаешься?